Ой. Манечка. Так она любит. Мандарин. Мандарин. Да. Манечка. Ой. Зимой. Два брата-акробата. Угу. Мы делили апельсин. Много нас, а он один. Это только для ежа. Это только для стрижа. Вот она любит. Аж трясется ты, понимаешь, ее аж трясет. Зайка, тебе витамина С не хватает? Хватит. Кушай. Сёпка пошел такой, нашел там дольку. Скажи, папа, что это ты, скажи? На. Зажал. Степан Минеевич. Почему Минеевич? Он Владиславович. Вкусненько. Ой, как вкусненько. Все, как только Маня видит апельсин, тяга к жизни сразу. Мандарин. Хотя, вообще мандарин. Ну, смотрится, да. И такое ощущение, что это что-то такое скрещенное. Типа миньо, но не миньо. Степка раз вытерся, пожевал. Смотри, как она его. Я тебе говорю, она просто ее аж трясет, понимаешь? Она ничто так не кушает. Она все остальное кушает очень вяло. Постоянно, но вяло. Но мандарин прям ее аж прям аж трусит. А Степка, смотрите, четверть мандарина берет в руках. Так, что-то мы зря не постелили, слушай. Да. Сейчас я принесу, потому что все течет, весь сок. Маня. Иди кушай, иди, Мань. Да. Понял. Нет, ну что ты у меня маленький такой? Вон побольше, Мань. Щупка прям не перестает радовать. Можно я ее поверну? Ну, не знаю. Я понимаю, что у тебя вся футболка. Я думаю, она будет против, Владик, чтобы ты ее поворачивал. Ей очень удобно в твою белую футболку. Сама. Этот сейчас повернется. Вытрет, да. Степка через нее, знаешь, так. Лапки длинные. Вот, видишь, у нее лапки трясутся. Степа такой, не, Степе надо наверх. Да, Степ? Манечка. Степка, ик, все. Пошел первый ик. Наелся. Ну что, целый апельсин съели. Что такое? Я нытик. Оп-оп-оп-оп-оп, увидела. Маня, а ничего, что вот это можно было поесть еще? Если тебе ничего не жалко. Здесь вкуснее. Вкусный.
Вкусный, да? Ты дольку попробовал? А где? Вот, вот там ходит, пылесосит по дивану. Они сначала все поломают, крышек накидают, потом ходят, пылесосят. Ты, наверное, с ними посидишь, а я сама поеду Люсю покормлю с Соней. Давай я покормлю. А ты с ними посидишь, да? Да. Ты можешь тихонечко дать. Сейчас придет Степка и придет на меня прыгать. Что, папа ушел, да? Нет, прям ты посмотри, что деется. Вадик такой шмык за дверь. Вот такой с чайником раз. Мимо. Что? Что? Мань. Давай. Все. Ты поела, я поняла. Все, теперь на ручках. Да. Все. Ты тоже. То есть папа вовремя смылся, да? Иди, иди ко мне, иди. Все, значит, я попала. И слушают, что Влад там делает. Такие раз, в другую сторону повернулись. Не-не, вообще мы не слушаем. Вообще даже не интересно, да? Что там папа делает? Степа еще тот, а папа, я слышу, шелестит, мне кажется, пельмени варит. Это когда пельмени едим, это тоже у нас еще та история. Потому что пельмешки, скажи, домашние, куриные. Но мясо из пельмешек все идет. Детям больно, они его уважают. То есть мы из домашних пельмешек едим только тесто. Степа, что и кайф? Ну, Степа. Степа менее терпеливый, чем Люся. Он вообще не любит, когда ограничивают его свободу. И поэтому он Маню, конечно, воспитывает. Да, Мань? И тем не менее, я... И за мной, да, среди. Ага, и все, да, туда-сюда, куда... Папа пошел, все так, Что такое? Что? Вон, ты видишь, вот сейчас язычок розовый, а во время приступа язычок синий становится. Ой, что-то мне кажется, что добавок ко всем болезням, что у нее еще и сердце. Да. Будем надеяться. Степа! Степа! Жорик уже бедный вообще ни на что не претендует. Он уже понял, скажи, что так, мама с папой подойдут. Ну, хорошо, что там большое зеркало.
Первый пошел. Мальчик, а ты? У меня была голова большая. Тем не менее, это не помогает, да, скажи? Умная, видать. Моя мышка. Да. Да. Не-не-не, я тебя не бросаю. Нет. Это папа, просто он с одним Степкой еще как-то сможет поесть, наверное. А с вами с двумя точно нет. Так что, Мань. Маслинку есть. Оливочку дал ему? Да. Ну, сейчас у меня футболочка будет еще и в маслинке. Так, постиралась на следующую патию. Давайте.